Михаил Пляцковский. «Какая бывает зима?» Спросили однажды у слона. «Какая бывает зима?» «А что это такое?» – удивился слон. Спросили однажды у северного оленя. «Может быть, ты ответишь, какая бывает зима?» «Зима бывает очень долгая», – сказал олень. «Она у меня на родине длится целый год. А когда год кончается, то зима начинается снова». Спросили однажды у красногрудого снегиря. «А вот по-твоему, какая бывает зима?» «Зима бывает трудная», – пропищал в ответ снегирь. «Хорошо, если не позабудут насыпать хлебных крошек в кормушки. А если забудут, то где их найдешь?» Спросили однажды у рыжей дворняжки. «Наверное, ты знаешь, какая бывает зима?» «Брррр, холодная!» – не задумываясь, провалила собака. «Хорошо еще, если конура есть, в ней погреться можно». Спросили однажды у медведя. «А ты что думаешь, Топтыгин, какая бывает зима?» «А что про нее говорить-то?» – пробурчал медведь. «Ведь зима бывает короткая, тянется всего одну ночь. Заснешь в берлоге зимой, а проснешься, глядишь, уже весна». Спросили однажды у мальчишки. «Ну-ка, скажи ты, какая бывает зима?» «Зима бывает веселая!» – крикнул мальчишка. «Зимой все катаются на санках, на лыжах и на коньках. А еще играют в снежки. Вот какая бывает зима!» Лали-папу, лали-папу, лали-лали-лали-лали-папу, лали-папу, лали-папу.